Но, уважаемые потомки, как говорил ваш любимый поэт, роясь в истории головоломки, мух удалось отделить от котлет? Вроде сегодня и глупому ясно. Переворот был затеян зазря. Русская кровь проливалась напрасно в те окаянные дни октября. Кабы не так, так, наверно, б и ныне кланялись предкам своим до земли. Чтили б события те, как святыни, и юбилей позабыть не смогли. Видимо, Карл с бородатой харизмой русскую душу в трудах не учел. И предреченному им коммунизму в сердце забили осиновый кол. Призрак бродяги не помнит Европа. Место святое осталось пустым. Ну-ка, пройдусь по исхоженным тропам. Может, вдохну бывшей родины дым. Да, ну и, кстати, ведь мы не знакомы. Повод представиться, кажется, есть. Бывший полковник Пал Палыч Заломов. Пусть нету тела. В наличии честь.